Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy Tab S8. И сегодня я покажу, как на данном устройстве отключить звуки, вибрацию или включить на клавиатуре данного устройства. Для этого мы должны перейти в настройки. Далее мы должны перейти в общие настройки и здесь выбрать настройки клавиатуры Samsung. Далее здесь у нас есть проведение касания, обратная связь, такой пункт, и реакция на касание. Здесь мы можем, например, включить звук, вибрацию клавиатуры, также просмотр символов, но это не об этом сегодня, и также мы можем выключить. Все, спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.